Всем привет! Начинается монтаж теплицы, арочная 2,5 на 3. Будем ставить ее на участке. Такой горный участок у нас красивый. С видом. Пока приехали, разгружаемся и приступаем к монтажу. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня арочную теплицу. 2,5 на 3. 2,5 ширина, 3 длина. Идем смотреть. Дверь с форточкой. Сразу видим, что это у нас обновленная арочная. Арочная New. Она чуть повыше, чем обычная. Дверь с форточкой. Форточка в торце с другой стороны. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20. Покраска примерно порошковым способом. Цвет шоколад. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Закреплен к земле. Не к земле, а вот к основанию. Шпал тут сложен. С помощью пластин мы его закрепили. Поликарбонат 4 мм. Плотность 0,75. Дверь на крючок надо. Ветер дует. Плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная теплица арочная. 2,5 на 3 у нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.